Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим простой праздничный салат, который называется «Нежность». Давайте подарим немножко нежности своим родным и близким. Для этого салата нам понадобится крабовые палочки 100 грамм, 1 пачка, кукуруза 1 баночка, яйца вареные куриные 3 штуки, свежий огурчик. Мы его уже натерли на терке. Луковица 1 штука. У нас была очень большая. Мы взяли половинку. Майонез по вкусу. И пучок укропа. И пучок лука. Нарезаем крабовые палочки. Яйца натираем на терке. Лук нарезаем кубиками. Зелень мелко измельчаем. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом. Половину укропа оставляем, чтобы посыпать салат сверху. Чтобы красиво подать салат, уложим его в круглую форму и аккуратненько утрамбуем. Форму аккуратно снимаем вращениями против и по часовой стрелке. Салат готов. Осталось его немножко украсить, чтобы он смотрелся по-весеннему свежим. Посыпаем укропом. Наш салат «Нежность» готов. Попробуйте и вы приготовить этот прекрасный, вкусный салат. На этом прощаемся с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!